башня. Кого они стреляют? Не сдавать позиции! Стрелять! Господи! Смотрите на крышу! Или еще одна. Ah!
Творится что-то очень странное. Там какие-то животные. Да. Наверное, мне стоило предупредить. Предупредить? Постой-ка, ты знал о них? Когда ты собирался сказать мне? Просто не надо попадаться им на глаза. Они все убиты! Их разорвали в клочья! Они ушли туда! Что это за монстры? Наконец-то. Башня. Мне надоели твои отговорки. Просто дай мне еще времени, вот и все. Я дал тебе довольно времени. Я дал тебе этот кинжал. И что? Где же врата Шамбалы? Слушай, Зоран, мы же... Я прошел этот путь не для того, чтобы мой план был сорван. Мы знаем, что ответ скрыт в этой комнате. Его просто нужно найти. Меж тем, Трейк продолжает идти у тебя по пятам. Думаю, я нанял не того человека для этой работы. Вот ублюдок. Я попробую уладить эту проблему. Ты останься, продолжай поиски. Ладно, думай, Хлоя, думай. Вот это мое. Нейт, уходи отсюда. Отдай кинжал. Они вот-вот Хлоя, вернутся. Иначе отберу его силы. И как я объясню, куда он делся? Как-нибудь выкрутишься. Ты умеешь. Тогда обещай мне одну вещь. Уничтожь эту тварь. Итак, что именно я ищу? Минутку, где-то я их видел. Их можно передвинуть. Ха. Итак, что дальше?
когда надо, Салли нет. Так, должно хватить. О, черт, опять? Но я уже видел эти символы. Три стороны, как у кинжала. Так, что у нас тут? Елена, ты слышишь? Да. Кажется, я нашел тайный вход. Серьезно? Да. Видишь подножье скалы, там, где статуи? Ага. Встретимся там. Есть. Я уже иду. Слышишь? Да. Эй, я здесь, я вижу тебя. Что они там делают? Кажется, они валят статую, пытаясь отыскать тайну. Сразу видно, когда за дело берется гений. Так, тут пусто. Так, я готова, когда скажешь. Thank you.
Посмотрим. Стоп, так где этот тайный ход? Это здесь. В самом видном месте. Идем сюда. Должен быть какой-то способ быстро. Они хотя бы не скучают. Ты видишь? Назад. Слезай! Туда! Туда! Они спускаются по стене. Спасибо за веревку, парни. Надеюсь, наверху ничего страшного. Путь свободен, идем. Мы уже близко, я знаю. Тут двери. Мне нужна помощь. Хорошо. Ладно, давай. Вот и он, Елена. Тайный вход в Шамбалу.
Нейт? Да. Я не вижу. Я тоже. Что, опять на стену лезть? Продолжай искать. Должна же быть подсказка. Ты уверен, что это здесь? Обязана. Просто не видим. Держись за мной. Пацаны! Брось пушку. Быстро. Назад. Черт. Мне стоило убить тебя, когда была возможность. Ничего, мы это поправим. Назад. О, спусти курок, милая, и тебе конец. Ты откроешь мне путь в Шамбалу. Пошел ты. Ты ведь изучал историю, правда, Дрейк? Прочел пару книг. Чингисхан, Гитлер, Сталин, Пол Пот, величайшие правители. Знаешь, как они обрели власть? Расскажи, не томи. У них хватало духу сделать то, что не смел никто. Милосердие — это зло. Это удел слабых. Ну, хватит испытывать судьбу. Бросайте оружие! Откинь прочь. Ты испытал мою волю. Мой черед испытать твою. Можешь убить нас, тебе это не поможет. Но он-то мне нужен. А ты... Тронешь ее, я ничего не скажу. В таком случае мы зашли в тупик. Тогда поставим на доску еще пешку. Ведите ее! Черт! Не трогай меня! Так, одна будет назиданием, а вторая — стимулом к сотрудничеству. Выбирай. Не вздумай, Нейт. Не играй по его правилам. Нужна моя помощь, отпусти их. Я не стану торговаться! Кем ты пожертвуешь? Кого спасешь? Вот эту или вот эту? Или все-таки... Слушай, хватит. К черту мелодраму. Я сделаю, что скажешь. Спокойно. Ты, Табаки, дай зажигалку. Другой путь и поправь все! Он идет с тобой.
Может, хоть так ты выполнишь задачу. И вот что, Дрейк. Не делай глупостей. Отлично. Пошли. Ах ты, двуличный сукин сын. Да, у меня были хорошие учителя. Пошли. Пошли. После вас. Ну да, кто с пушкой, тот и прав. Не уходи далеко. Не отставай. Не отставать? Я иду прямо за тобой. Стой, подожди. У папочки пистолет. И как тебя Лазаревич еще не убил? Подсади, приятель. Друг. Вот так. Осторожно, камнепад. Что? Эй, ты! Простите, мешает пройти? Рад, что тебе весело. Извини. Класс. В чем дело? Не доверяешь мне? Видишь, тебе стоило бы доверять мне. Вот так, лапочка. Давай, ты первый. Надеюсь, ты не заведешь меня в тупик? Нам сюда. А ты не боишься, что пузо застрянет? Помоги сдвинуть. Так точно. Ну, дружно. Прямо как в старые времена, да? Тащили туда тележку. Плевать, главное подняться в гору. Прямо как Стоунхендж, да? Нет. Помоги мне. Ну давай, кисейная барышня. Статуя твоей мамы. Нет. Надеюсь, ты допрыгнешь сам. Помогать тебе я и не подумаю. Если ты сможешь, то и я смогу. Ой, помоги, помоги! Забудь, я пошутил. Ладно, пора открывать. За дверью еще одна дверь. Ладно. Так что мы должны сделать, что? Подожди здесь. Как обычно, положись на меня. Ну что? Стой. Что? Символы. Я их узнаю. Маленькая книжица, большие цилиндры. Какая скука! Не можешь поживее? Погоди, я пытаюсь подумать. Поднимается из пола.
Давай, займись лучше делом. Ну что, надо муки намолоть, что это? Ага, готово. Да вода. Черт. Что это за монстры? Мне нужен пистолет. Нет, спорить некогда. Здорово. Ладно, держи. Спасибо. Что это за твари? Что? Пугало. Страж запретного пути. Весьма впечатляющее пугало. Лазаревич, я все сделал. Отпусти их. Опять торгуешься. Но ты раскрыл карты и проиграл. Вот тут твой путь обрывается. Нет, 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 не сейчас. Я хочу, чтобы он увидел Шамбалу и умер, зная, что я отобрал у него. Открыть ворота! Слишком давно путаешься у меня под ногами. На колени! Эй, эй! Зоран, был уговор. Не прощаю предателей. А, ну раз ты сам знаешь, как найти камень, значит, обойдешься без меня. Спасибо. На колени! На нас напали! Что это? Они повсюду! Помогите! Осторожно! Стреляйте по мне! О, черт! Что это такое? Ах ты дрянь! Бежим! Уходим!